Всем здорово, ребят. Ну что, начинаем трешачок, пока у нас есть время, 40 минут. Сейчас мы сделаем первую эволюцию, вторую эволюцию, потестируем новую имбу по локациям. Ну а потом, конечно же, я затестирую на битве гильдий. Есть уже, ребята, Castle Clash в телеграм-канале. Так, где вы там? Сейчас запущу. Кинули перевод. Так, бросает ядовитый кинжал против вражеской цели на поле боя. Нанесет 1200 урона в следующие 3 секунды. В то же время снимает все негативные эффекты 6 дружеских героев, как ворожай по сути. Накладывая щит для каждого из них на 2 секунды. Вот так вот. Сила атаки героев под щитом увеличена на 100%. Весь полученный урон преобразуется в лечение. В общем, ребят, кулдаун 3 секунды, имеет иммунитет к стану, страху, молчанию. При этом может снижает получаемый урон на 50%, имеет быстрый набор энергии. Короче, ребят, это имба. Вот такие вот дела. Итак, героев не убивали на 30-х прорывах, а теперь подавно не смогут убить. Еще бы, конечно, бы хотелось, чтобы они пересмотрели все-таки битву гильдий, изменили правила. Так. Какой он фракции находится, я что-то так и не посмотрел. Где там он у нас? О, зеленая фракция, обалдеть. Вообще супер. Это бомба, ребят. Качать его, скорее всего, СО будем ставить. То есть максимум ему надо всякого дефа. Короче, нереальный, походу, герой. Сейчас посмотрим. Так, давайте начнем. Кач. Меньше слов, больше качка. Так, не понял, о чем у меня золота нет. Печаль, печаль. Дожились, блин. Поехали, делаем ему эволюцию сейчас. Сделаем агментацию. Так, отлично, его есть. Я думаю, на второй эволюции сразу же его протестируем, посмотрим, как он себя покажет. Возможно, соло будет тащить, тоже интересно. С маскировочкой. Почему бы и нет? Ну, герой реально обалденный. Так, давайте сделаем ему агментацию сейчас сразу же. Ну, собирать, думаю, смысл есть его на уклонение. Кстати, он должен быть неплохой с новой чаркой. Но новая чарка и новый талант, это, походу, придется сейчас опять многих героев просто перекачивать. Не знаю, мы вытащим или нет. Ну, талант, ладно, давайте чарку сейчас пока попробуем. Делаем ему аугментацию. Так, есть кинжал. Ну, тут, конечно же, лучший самый вариант — это ролить уклонение. Но тут, видите, у меня самики не очень сейчас. Что-то я не закидывал на Тайване, сейчас больше заношу в новый проект. Там топ-аккаунт. Так, еще пятерочка. Отлично. Это радует. Кто так нормально падает в созвездие? Четверка, пятерка. Блин, не то, не то. В общем, его надо собирать в дефный вариант, чтобы его Фрея не сливала. И он будет реально тащить. Ну, нереальный герой, просто я не знаю, это один из по сути топовых героев сейчас будет. Мне кажется, ворожай даже уже не настолько имбовый. Ну, ворожай по-своему хорош, но этот, конечно, жесть полная. Так, две четверки, ладно, оставим так.
не будем тратить. Давайте попробуем. Может получится у нас вытащить новую чарку. Посмотреть на нее, что она может. Короче, по новой локации, по поводу Battle Pass, там за донат самое печальное. Battle Pass донатный открывается за донат. То есть надо будет каждый день донатить. Не так, что вы купили себе Battle Pass, его придется покупать каждый день. Короче, очередной развод на донат от IGG. Вот так вот они теперь будут продавать скины. Да давайте уже что-то. Недомогание, в принципе, тоже неплохой вариант. Хранитель леса. Ну, хранитель леса получше будет. Дополнительный отхил ему не помешает. Так, о чем у меня тут нету ничего. Чарок топовых. Да, видите, я с того момента сюда даже не закидывал. Ничего такого интересного нет. Такс. Давай, имба, надо тебя еще затестить. То, что он дает щит героям, это просто бомбически. И весь урон, считайте, превращается в хил. Это жесть. На подземках он очень будет помогать. Самое главное, что он бездонатный. Вот это, наверное, самый большой плюс. Мне интересно, вот теперь можно будет с Зефиркой проходить битву Гелли точно так же или нет? Блин, нифига не падают, видите, не падают ни чары, ничего не падает снова. Доспех. Доспех. То есть будет более живучим. Так, ну давайте попробуем хотя бы картами. Так хоть быстрее будет. Может хоть увидим хоть разок. Что это было? Непонятно. Смотрите, что за фигня? Еще один бах, что ли? Выбиваешь типа четверку, и оно выкидывает сразу же на страничку. Вот, отлично. Нашли мы новую темку. Заодно и протестируем. Что она делает? Как писали, увеличивает максимальное ХП, плюс дает отхил. Максимальная атака. Каждая атака восстанавливает процентуальное здоровье. То есть вы можете... Да, видите, все-таки какой-то бах. Ладно, неважно. Что такое? Собрали, поехали дальше, докачаем и потестируем сейчас по локациям, посмотрим. Времени у нас маловато. Ой-ой-ой-ой, потратили. Так, делаем вторую эволюцию. Я думаю, за самики нам должно хватить. Я надеюсь. Не, не хватит, наверное. Теперь мы бездонатный аккаунт. Шучу, конечно же. Ну, что я могу сказать, слили его. Слили, надо ему еще просветы прокачать.
Тут хорошо, хоть у нас мана есть. Я думаю, есть смысл ему все-таки 9-е СО качать, как и всем остальным. Для максимального дефа. Плюс уклонение. Либо же новый талант пробовать словить, посмотреть, как он будет работать. Блин, крутой герой. Посмотрите, герои просто отхиливаются себе. Мне это нравится. Надо будет сейчас его отдельно выпустить. Найти такую же расту. Его выпустить отдельно. Вот, допустим, мы сделаем... А его тут в стороне. Вот он дал баф. Ну нифигово так. Все, что бьют, герои отхиливают. Обалдеть. Ну это, конечно, круто. Реально круто. Мне нравится. Не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но мне уже нравится то, что он делает на поле боя. Так, есть. Сделали. Надо нам еще просветики докачать. Блин. Горло дерет. Как вспомогательный герой, я считаю, это очень... Очень топовый гер будет. Блин, ну вот офигенно срабатывает. Посмотрите, как там Фрейя дамажит, но вот посмотрите, какие резкие скачки героев по отхилу. Это реально круто. Вот это да. Я не знаю, вы там все, наверное, не видите, но вот ворожай, посмотрите, как хиляет. То есть он, когда будет все время включаться, это просто жесть. Круто. Быстрый набор энергии, конечно, это жесть. Не знаю, чем думали AG, когда его вводили, но на дефном варианте он нереально крутой будет. Ну, конечно, они, как обычно, всегда думали тем же, больше бабла срубить. Давайте попробуем такой вот вариант. Маскировка это. И поставим на него любого питомца. Так, вот я хочу просто пойти в рейд посмотреть, что он сможет сделать. 9-я маскировка. Дар жизни 9-й. Так, урон получает. Ну, как видите, заморозка. Так, ушел винвиз, 36к отхил у него идет. Фига себе, он лазулю разобрал. Круто. Посмотрите, посмотрите, что он делает. Да блин, офигенный герой, я не знаю, это имба реально. Что он делает с лазулей 12? Там даже Фрейя дамажит. Это при том, ребят, что у нас сборка не собрана на домах. Посмотрите, как он себя хиляет. Фу, жесть. Обалдеть.
Ну, что я могу сказать? Вот так вот. Отхил от чарки просто топовый. 96% базы он разнес. В нубосборке причем. Обалдеть. Мне это нравится. Это реально топовая чарка. Теперь, кстати, эта чарка на битве гильдий, на этого, на Ронина, просто бомбическая будет. Так, окей. Поехали, посмотрим по локациям героя немножко. Вот такое мы все сделали. Давайте посмотрим, что он может вообще. Или может он что-то, или нет. Хотелось бы на пачку сейчас попасть сразу же. Так, отлично. Ну, я вам скажу так, посмотрите, что он делает. Да он офигенно стоит в такой сборке. Держит урон, он только вот инвиз сработал. Блин, крутой. Ер реально очень крутой. Чарка, конечно, бомбическая. Ну, я не знаю, на сегодня это самая топовая чара будет, наверное. Ну и, конечно, СС-ка. Священный суд. Ну, чарку я вам потом отдельно покажу, расскажу. Ну, а так, что я могу вам сказать? Это просто жесть. Фрейя с такой чаркой будет просто неубиваемая. Там с каждого удара будет отхил. Да, и скорость атаки у него обалденная, и дальность. Ну, так, окей, а ну давайте посмотрим на него. Мне интересно посмотреть в такой сборке. Кошмарка 6. Ну, просто чисто... А, это ой, точнее, какая-то седьмая. Ну, 36к, это при нетоповом этом, в принципе, неплохо. Ну, не знаю, он больше для PvP-герой будет. Командный причем, обалденный командный герой. В общем, пишите комменты, где вы хотите увидеть теста. Я сейчас запишу вам битву гильдии и покажу во всей красоте потом его уже на максимальных прокачках. Всем удачи, всем пока.